Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо на сковороде из кабачков буквально за 10 минут. Один кабачок весом 250-300 граммов натираем на крупной терке. Добавляем 1/3 чайной ложки соли и перемешиваем. Оставляем кабачки на 5 минут, чтобы они пустили сок под действием соли. Один помидор нарезаю кружочками. Даже половину помидора. 60 граммов сыра, желательно моцареллы, нарезаем тоже кружочками. Отжимаем жидкость из кабачка. К кабачку добавляем 1 яйцо и добавляем муку. Я добавляю 1 столовую ложку с горкой, но количество муки зависит от влажности кабачка, поэтому может понадобиться добавить чуть больше. Смотрите уже по консистенции теста. Немного подсаливаем по вкусу и перемешиваем массу до однородности. Прогреваем сковородку и добавляем немного растительного масла. Выкладываем тесто на сковородку и разравниваем. Накрываем крышкой или фольгой, как у меня, и обжариваем приблизительно 4 минутки с одной стороны до румяности на небольшом огне. Выкладываем сверху сыр и помидоры. Немножко подсаливаем помидоры особенно. Добавляем орегано и базилик. Накрываем крышкой или фольгой и обжариваем еще где-то 5 минут, чтобы сыр расплавился. Давайте пробовать. Это просто невероятно вкусно и при этом полезно. Я надеюсь, что вы приготовите. Вы можете изменить начинку по своему вкусу. Вместо помидора можно использовать сыр и ветчину. Можно обязательно, если вы будете использовать сыр, помидор и у вас есть свежий базилик, то обязательно украсьте базиликом, чтобы было прям как настоящая пицца. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт, вы будете им пользоваться. Может, как-то его измените, начинку сделаете другую. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!